Даша помогает следствию, она составляет психологический портрет насильника и понимает, что именно ее возвращение подтолкнуло преступника к новому эпизоду. Андрея подозревают в нападении на девушку и Михаила, но Ирина подтверждает алиби мужа. Она чувствует, что Андрей отдаляется от нее, и снова отправляется в столичную клинику в надежде забеременеть. Регина разочаровывается в Николае, прогоняет его из дома и просит Михаила проверить расчеты профессора Лебедева, ведь она до сих пор верит в гениальность его открытия.